Приветствую вас. Детский психолог работает над тем, чтобы помочь родителям и детям найти общий язык в социуме, чтобы разрешить свои проблемы, чтобы лучше осознавать свои чувства, чтобы лучше осознавать свои мысли, чтобы не быть заложником своих проблем и научиться безопасно для себя сближаться. Детский психолог помогает адаптироваться и детям, и родителям к социальной среде и друг другу. Детский психолог применяет, как правило, игровую или арт-терапию, а иногда и консультирование для анализа и корректировки проблем. Детский психолог может оказывать семейные консультации родителям, семейным парам. Детский психолог может организовывать какие-либо мероприятия в школе, вот, и так далее. Вы пишете, какую помощь может оказать психолог школы родителям. Именно родителям детский психолог может помочь лучше чувствовать себя и лучше чувствовать своего ребенка. Детский психолог может помочь родителям увидеть свои проблемы и разрешить их, увидеть проблемы ребенка и помочь ему в разрешении их. Детский психолог может помочь родителям найти общий язык друг с другом, потому что часто разногласия между родителями ведут к проблемам, собственно, у самого ребенка. Вот. Вот примерно так примерно такую помощь может оказать детский психолог. Безусловно, в зависимости от самого детского психолога, в зависимости от условий, в зависимости от времени, которое он проводит в школе и так далее, помощь может разниться. Но в целом таковы задачи детского психолога. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.